Итак, уважаемые друзья, сегодня 28 марта 2016 года, понедельник, город Минск, теннисная база Республиканского теннисного центра. Время 13:25, матч первого круга в мужском одиночном разряде турнира второй категории ТЕ. Делкантон Кап. На корте номер 4 начался матч между Данилем Ибрагимовым. Россия, юноша, выступает в синей, темно-синей форме. И Геннадий Гробовец, Беларусь, в светлых тонах форма. Значит, первые гейм взял Даниэль 1-0, и сейчас подачу берет Геннадий Гробовец. По одному подает Даниэль Ибрагимов. Мы возвращаемся на корт номер 2 в матче Евгения Филиппова, России, и Данилы Морозова. Первый сет со счетом 6-4 выиграл Евгений Филиппов. Данила Мороз на подаче. Четко Данила кладет мяч. Евгений не торопится. Жесткий розыгрыш в исполнении юноши, и Евгений ошибается. 15-0 на подаче Данилы Мороза. Четко вкручивает Мороз. Четко вкручивает Мороз вторым мячом сразу. И потом развивает атаку. 30-0 на подаче Данилы. Хорошая физическая подготовка спортсмена, легко двигается, доходит до мяча и атакует. Безупречно вкладывает. Безупречен Евгений, с короткого мяча четко простреливает по прямой. Подготовлен Евгений выполнять подобные удары. И, в общем-то, как только Данила снимает длину, тут же налетает на жесткую атаку Евгения. Вторым мячом подает Данила. Безупречная подача вторым мячом. Счет 40-15 на подаче белорусского спортсмена. Подача не попадает в квадрат подачи. И дает двойную Данила, больше пока что на его подаче. Видимо, Данила чувствует себя не очень уверенно, уступив первый сет. Даже на таком счете 40-15 как-то дает двойную. Видимо, понимает, что нужно против Евгения подавать жестко. Смазывает прием Евгений. 1-0. В первом сете ведет Данила Мороз, Республика Евгений Филиппов.
не проходит уже не первый мяч. Вторая подача Евгения, и ошибается с розыгрыша Данила. 15-0. Не проходит уже не первая подача. Вновь принимает решение, что мяч не попал. Не бесспорное решение. Чисто по ощущениям мяч цеплял. Но таково решение белорусского спортсмена.